Ребята, мы в Авентуре Молл. Тут снимать нельзя, но я вам немножко покажу. Даже здесь не столько секьюрити, как внизу. Вот смотрите, Джемми Чу здесь магазин. Луи Виттон. Гуччи здесь же. А посередине у них видится такой красивый фонтан, где рыбки. Вон в том фонтане большие золотые рыбки. Я столько влогов видела с этого молла, почему тут нельзя снимать? Вот я сейчас палку сняла со своей... палку-стабилизатор с телефона и хожу, снимаю. Виктория Секрет здесь же. Здесь раньше выставляли Тесла. Ну вот, в общем, ребята, три этажа. Так вот молл выглядит внутри. Все в масках обязательно. Я сейчас посмотрю Тесла. Сниму короткий обзор на Тесла. В общем, это молл больших брендов и заоблачных цен. Но сравните с ГУМом, совсем не такая декорация, то есть не особо прям вот. На первом этаже было очень много товаров для животных, но там очень много охраны, и меня попросили не снимать. Вот здесь, где я иду, возможно, не такие дорогие бренды, поэтому здесь я снимаю. Пока не сказали прекратить. Но интересно же людям посмотреть, кто из другой страны. Какой в Майами самый популярный молл? Ну, интересно же. Надеюсь, меня за это не оштрафуют. Вот смотрите, сколько видов масок. Если вы хотите во время пандемии выглядеть модно, покупайте маску со стразами. Ребята, я пошла искать Тесла, если она еще здесь есть. Покажу вам.